Вітання, шановні глядачі. В ефірі програма «Слово депутату». Я Федір Бондар. А в нашій студії вже традиційно о третій неділі місяця народний депутат України Андрій Олексійович Вадатурський. Я вас вітаю. Здравствуйте. Так уже склалося чи складається поки що принаймні, що Андрій Олексійович планує три програми присвячувати своїй безпосередньо депутатській діяльності, здебільшого, так? А сьогодні ви маєте можливість поставити свої запитання. За телефоном студії 76-92-42, він буде періодично з'являтися на екранах. Звичайно, будемо говорити ми і про парламентську діяльність, але безпосередньо сьогодні у вас є можливість поставити свої запитання безпосередньо народному депутату. Андрій Олексійович, ну давайте почнемо з останніх ваших законодавчих ініціатив. Давайте. Буквально недельку-полторы, кажется, назад вы принимали участие в подготовке документов по компенсации трат наших сограждан за оплату коммунальных услуг. Так. Подробнее, если можно, об этом. Смотрите, дело в том, что это не компенсация коммунальных услуг. Да, я на самом деле внес законопроект о индексации зарплат. Угу. Да, тех людей, которые находятся непосредственно на бюджете, бюджетники. Да? Почему? Потому что, с одной стороны, мы отпустили тарифы. Я считаю, это правильно. Почему? Потому что, ну, знаете, я не хочу вдаваться в полемику. Справедливая цена, несправедливая, низкая, высокая. Это дорога в никуда. На самом деле должна быть одна цена, рыночная. Все. Вот рыночная цена, она понятна. И логично. Существует ли у нас рынок уже в этой сфере? Нет. Дело в том, что как раз вот и последние там несколько месяцев вот были приняты ряд шагов для того, чтобы эти цены были рыночные. Вернее, некоторые отрасли. Первое – это газовая. То есть был законопроект, направленный на демонополизацию этого рынка. То есть что это означает? Что не будет монопольного права на трубы, скажем так. То есть любой человек может заключить договор и протранспортировать газ с одной точки в другую. Поэтому должны появиться больше игроков. Поэтому чем больше игроков, тем больше вероятность того, что цена как раз будет конкурентная, рыночная. Раз. Второе. Вот, например, законопроект, связанный с Укрнафтой, да, где, в принципе, государство все-таки взяло инициативу в свои руки, вернуло контроль над предприятием, и сейчас мы добиваемся получения дивидендов. А третий законопроект связан непосредственно с рынком угля, где, в принципе, ну, определенные личности также его контролировали и получали колоссальные деньги с бюджета на компенсацию шахт. Да? Поэтому там тоже приняты ряд серьезных таких законопроектов. Относительно моей инициативы, что я предлагаю? Я предлагаю, скажем, сгладить такой вот переходный период. То, что отпущено здесь, да, рынок становится более прозрачным, обоснованным, конкурентным, но как быть тем людям, которые получают 950 гривен, 1200 гривен, при том, что за коммунальные услуги нужно заплатить 1200 или 1500. То есть как раз моя инициатива им предлагает сделать так, чтобы вот сгладить, да, индексировать. Ведь не секрет, что в принципе гривна девальвировала. Да? Газ – это импортный продукт, поэтому он стал дороже. Пожалуйста, давайте мы на этот период, сейчас гривна стабилизировалась, давайте мы индексируем и поднимем до того уровня, который, ну, по крайней мере, позволил бы нашим гражданам оплачивать эти услуги. Угу. Ну и какова в данный момент судьба вообще прохождения этих предложений? Как быстро это может произойти? Ну, чтобы граждан наверняка наших это интересует. Для этого должна быть политическая воля. Я вхожу в фракцию «Блок Петра Порошенко», это самая большая фракция, поэтому есть все шансы для того, чтобы этот законопроект быстро рассмотрели в зале, в комитете, а потом в зале. Поэтому, если мы сможем это сделать быстро, то этот законопроект может, вернее, закон уже вступить в силу с 1 июля. Да? Угу.
Ну, в принципе, достаточно, да, политическая воля, все можно сделать быстро. Я иногда привожу опыт Польши, ведь они в самом начале, ну, в 90-х годах за 2 недели приняли 19 законов, которые изменили судьбу Польши. 2 недели работали, практически не выходили из зала, сделали и вперед. 76-92-42, телефон студии для запитань народному депутату. События последних дней в парламенте, ну не только в парламенте, в принципе, они имели свое развитие в парламенте. Скандал, не скандал коррупционный, но в принципе серьезные обвинения звучали в адрес руководства правительства, непосредственно премьер-министра. В пятницу об этом шла речь, о проверке, скажем так, этих фактов на годині запитань до уряду. Вы, находясь в непосредственной близости, в принципе, с этими процессами и наблюдая за тем, как работает эта группа, интересно ваше мнение. Я просто помню 2005 год, когда летом, осенью развал тогда демократической коалиции, в принципе, которая была у власти достаточно крепко, как казалось, начался именно со взаимных обвинений представителей этой самой власти демократической. Одни политики обвиняли других, политические силы потом стали обвинять друг друга и так далее. С одной стороны, борьба с коррупцией необходима, естественно. С другой стороны, чего здесь больше? Возни какой-то, может быть, кулуарной или все-таки реальной борьбы? Непосредственно с тем, что сейчас происходит. Ситуации, да. То есть мы говорим о тех фактах или обвинениях, которые предоставил Гордиенко, да. Правильно? Хорошо, моя позиция следующая. Вот в принципе, я считаю, что здесь политики вообще не должно быть. Да? Мы наняли менеджеров, которые управляют нашими деньгами. Мы им доверили это управление. Выполняет, пожалуйста, пусть работает. Не вопрос. Но если не выполняет, должен уйти. Нарушил. Есть органы, которые должны этим заниматься. Прокуратура. Подали документы. Все. Какие вопросы? Прокуратура должна вынести свое решение. Нарушил закон, должен сесть в тюрьме. Вот нету здесь места для политики. Что происходит на самом деле? Если есть недоверие к прокуратуре, да, тогда создается ТСК. Да? То есть депутаты, ряд депутатов, которые имеют понимание, есть желание, они хотят войти в этот иск и просто контролировать то, что делает прокуратура. Почему это важно? И в чем преимущество этого органа? Потому что прокуратура, как правило, это не публичный орган. Да? То есть можно публично обвинить, но достаточно много информации, которая просто не подлежит разгласке. Так вот, это ТСК, это инструмент придания огласки и контроля над громкими резонансными делами в обществе. Громкое это дело? Конечно, громкое. Мы говорим сегодня о 7,5 миллиардов гривен. Да, в стране, когда мы пытаемся, там, ну, грубо говоря, отбирать у бедных, да, там, последние копейки, а здесь идет воровство миллиардами. Пожалуйста, нужно просто взять и контролировать. Вот, но это быстро не произойдет. Знаете, на самом деле я был на первом заседании двух комитетов, антикоррупционного и по органам, ну, по силовикам, которые, так можно сказать, ну, цирк. Да, то есть это площадка для пиара. Пиара отдельных личностей, которые, ну, никакого отношения не имеют к правоохранительным органам. Это люди, которые действительно не могут дать качественную оценку. Вот если посмотреть, то может быть несколько человек, которые действительно профессионалы в своем деле. Все остальные это просто способ для пиара. Насколько это вот будет продуктивно, ну, не могу сказать. Посмотрим. Есть время. Понимаете, здесь эти люди поставили на кон свою политическую карьеру. Если ты взялся за это дело, пожалуйста. Через какое-то время должны быть результаты. Не будет результатов, ну, минус твоей политической карьере. Нужно отвечать у нас за все, да? Возвращаясь к вашим инициативам, сейчас вы работаете, вот, по крайней мере, парочку я видел ваших законодательных инициатив относительно создания и деятельности Государственного дорожного фонда. Вот об этом, если можно подробнее. Ну что, понятно, вопрос актуальный, все, что касается дорог, ремонта, строительства.
Ну, в целом, дело в том, что когда я начал свою предвыборную кампанию, я ужаснулся состоянию дорог, которые были. И вот с того времени начал изучать эту тему и, в принципе, продолжаю изучать, потому что постоянно что-то новое узнаю. Но, знаете, я когда начал обещать на округе, что я сделаю дороги, то люди смеялись. Я на самом деле не так-то много обещал, я выбрал две темы, это дороги и вода. И с самого начала занялся, ну, скажем, больше вот продвинулся по направлению дорог. То есть я в итогом моей работы стало два законопроекта, которые, в принципе, позволяют добиться двух вещей. Первое. Мы знаем, что мы все платим за эти дороги в виде акцизов на бензин. На литре бензина мы платим 3,5 гривны. Все мы это знаем, но сколько страна получает, никто не знает. Это, скажем, такая закрытая информация. Почему? Потому что эти деньги все попадают в общий котел. И они потом уходят на разные цели. Нецелевое использование. Поэтому моя задача сделать фонд, который можно будет, счет, грубо говоря, который можно контролировать как и приход, так и расход. Да, чтобы можно было спросить, куда делись деньги, сколько мы собрали, да, на сколько выделено на область. Почему? Потому что мы все платим, а денег на облавтодоры не перечисляют. Нужно постоянно ездить, брать. Да. Второе. Железная дорога платная. Водный транспорт платный. Бесплатного в этом мире, к сожалению, ничего нет. Дороги тоже должны быть платные. Поэтому перевозишь грузы, можно сказать, в большей степени ты разрушаешь дороги, чем автотранспорт. Поэтому при превышении определенного количества груза ты должен просто платить. Ограничений не должно быть таких, как были разработаны при Советском Союзе. Сейчас другая экономика, другие задачи стоят. Поэтому эту коррупционную составляющую нужно убрать. Официально плати. Но эти два законопроекта, они вступят в силу, один, если за них проголосует, поддержат 1 января 2016 года, второй 2017 года. Знаете, я просто приведу пример. Я ездил на прошлой неделе по округу, две недели назад, прошлая была пленарная. Вот я просто приведу пример о качестве дорог или бездорожья. Вот расстояние между Новым Бугом, между Баштанкой и Новым Бугом 28 километров. Мы его проехали за час. Как можно говорить о развитии экономики в такой стране? Да? То есть связи нет. Люди с Нового Буга ездят на поезде в Николаев. Почему? Потому что это быстрее и выгоднее. Да? Но на самом деле мы просто теряем связь с регионами. Поэтому ждать 2017 год, ну, очень многое может случиться. Поэтому я стал инициатором такого пилотного проекта, и идею вот подсказали в Баштанке. Люди собрались, собрали деньги, да, вот проявили инициативу. Государство не помогает, что нам делать? Критиковать бесполезно. Поэтому давайте мы сами соберемся и сделаем хотя бы что-нибудь, да? Потому что критиковать легко, делать сложно. Вот. И знаете, я тоже предложил эту инициативу и министру транспорта, он поддержал, и президенту. Знаете, традиционно Николаев — это родина волонтерства. Мы первые, которые начали помогать нашей армии. Так я хочу также быть вот организатором такого первого движения по строительству дорог. Что мы должны сделать? Мы должны создать отдельно фонд, дочерние предприятия. Схема уже проработана с юристами с Минтранса. В понедельник я буду встречаться с министром. Он должен утвердить либо внести изменения. И мы уже начинаем двигаться. Общественный контроль, общественные деньги, бизнес. Мы должны привлечь еще Министерство транспорта. Есть уже определенные наработки. Я пока не хочу говорить, ну, пока не получится, да, но есть определенные источники, и сообща вместе с другими странами, со строительными компаниями, мы можем вот вместе решить определенную проблему в Николаевской области с дорогами. Надеюсь, что у нас получится, и в целом я приглашал и общественность для дискуссий. Если есть предложения, давайте вносите. Я готов буду брать инициативных людей на контроль, на внесение предложений. И еще, что самое интересное, я хочу внедрить новые технологии. Ведь в самом деле у нас в Николаевской области находится 18 карьеров, да, щебень. Это же
то, что нам нужно. Следующее – это цементный завод. У нас есть в Николаевской области цементный завод. Вот одна из технологий современных – это цемент на бетонной дороге, какие вот строятся в Америке. Дешевле и надежнее. Как раз есть возможность, это не ремонт сегодня, да, дорог, это строительство новых дорог. Вот есть возможность внедрить и показать всей Украине новые технологии и как это можно сделать. Дороги, которые вы предполагаете таким образом строить, будут платными или бесплатными? Они и так Или равными? платные, на самом деле. Мы же платим акциз, да, то есть мы платим, только нет контроля. Плата будет взыскиваться только на грузы перевозимые. То есть, если грузовик, ну, 12 тонн, да, примерно там его масса, если он перевозит грузы, то он должен просто за это заплатить. Вот и все. Но для автобусов, для автотранспорта пока оплаты, ну, вот в виде акциза только. У нас буквально 3 минутки приблизительно остается. По поводу политической воли и актуальности некоторых законопроектов, 19 февраля вы подали законопроект про внесение изменений до закона Украины про морские порты Украины. Вы тогда хотели определенным образом реформировать существующую систему морских портов. Вот пока решение не принято. И Он даже не рассматривался напомните на вкратце. комитете, но в целом я считаю, что была создана такая прокладка, которая, я считаю, она не нужна, да. Первое, ну, 3 минуты сложно уложиться. Я считаю, что деньги должны оставаться в регионах. Я считаю, что в распределении прибыли должен участвовать и бизнес, и должен быть и порт, и должна быть и Дельта Лоцман, должна быть и мэрия, потому что мы проезжаем через город, да. И также должна быть администрация областная. Почему? Потому что мы сделаем суперсовременный порт, если у нас не будет дорог, он будет пустой. Да? Поэтому мы должны решать это в комплексе. И, кстати, вот моя идея тоже включить сюда и наш аэропорт. Почему? Потому что задача сделать такой вот транспортный узел. Да? Вот авиаперевозки, ЖД-перевозки, транспортные. Ведь у нас Николаев находится в уникальном географическом положении. Вообще Украина транзитная страна, а Николаев транзитный город и транзитная область. Вот нам нужно вытянуть максимум с этого, да? Построить структуру и заработать. Поэтому нам в плане децентрализации этот законопроект позволит решить эти вопросы. Почему он до сих пор не рассматривался? Есть определенные, ну, скажем, силы, которые заинтересованы в том, чтобы даже вот выиграть день, месяц, год. Я на прошлой неделе встречался с замминистром, который курирует этот вопрос. Он, в принципе, объяснял, что да, мы согласны с этим, но это не сейчас. Сейчас децентрализировать нельзя. То есть мы не знаем, кто на местах. Это же не те люди, которые проходили по конкурсу. Это не те люди, которые готовы заниматься реформированием. Я вот удивился, узнав то, что в Николаеве нету даже проектов по использованию тех денег, которые собираются с кораблей, которые сюда заходят. Николаев не может предоставить проект развития. Как так? Что, некуда деньги девать? Страшно. Поэтому, да, он согласен с тем, что мы должны и приватизировать, и отдать максимум на места, но единственный минус несогласие это во времени. Я говорю, что это нужно делать как можно раньше. Он говорит, что нужно сделать это через пару лет. Да? То есть, в принципе, А он идея это кто, если не секрет? замминистра Васьков. Как раз тот человек, который курирует порты Украины и АМПУ. Спасибо. Будем надеяться все-таки на то, что услышат ваши пожелания. Дякую усім, хто був з нами. В ефірі була програма «Слово депутата». Побачимось. Спасибо.